Сыктывкарская ассоциация многодетных семей, Федерация бокса Сыктывкара и Федерация спортивно-оздоровительной фитнес-индустрии подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Многодетные мамы и их дети теперь могут бесплатно посещать некоторые тренировки. Какие именно, расскажет Дарья Волокжанина. День матери многодетные мамы встретили в спортивном режиме. В программе бассейн, фитнес и даже бокс. В столичном центральном бассейне для многодетных семей состоялся день открытых дверей. Федерация бокса Сыктывкара и Федерация спортивной оздоровительной фитнес-индустрии провели для мамочек и их деток зажигательные тренировки. Не так давно у нас прошло подписание соглашения по сотрудничеству с фитнес-индустрией, с Федерацией бокса. И сегодня здесь дети из многодетных семей. Сегодня даже присутствуют дети из района. Они приехали в гости и попутно попали на наше мероприятие. Очень радостно, что это даже масштаб республиканского. С Федерацией бокса городская ассоциация многодетных семей уже сотрудничает второй год. В рамках Дня открытых дверей состоялся мастер-класс от мастера спорта России Дауда Алаева и открытая тренировка. Тренеры делятся, на бокс детки ходят с особым удовольствием. Наша программа направлена на развитие таких качеств, как ловкость, координация, все в игровой манере, познакомиться со школой бокса, познать азбуку этого вида спорта, базовые удары, базовые элементы. В пары мы тут, конечно, не встаем. Потом в дальнейшем, когда уже ребенок достигает 10, 11, 12 лет, он может сделать выбор и пойти уже целенаправленно заниматься видом спорта бокс. А тренировки по акваэробике проходят впервые. Для многодетных мамочек отдельная дорожка в бассейне. Такая тренировка – разгрузка не только физическая, но и эмоциональная. Занятия, кстати, проходят под присмотром спортивного врача. Цель акваэробики на сегодняшний день для взрослых – это, соответственно, разгрузка психологического состояния. Для мам, многодетных, естественно, работающих еще, очень сложно в наше время быть в таком тонусе постоянно. Поэтому программу рассматривали и закладывали сразу же вода и свободное плавание. Это очень необходимо для групп в трудных жизненных ситуациях, которые мы тоже подключили, соответственно, в проект. И многодетных семей. Это социальный формат, который необходим на сегодняшний день в Республике Коми. Тренировки для многодетных семей регулярные и бесплатные. А в новогодние каникулы для деток из таких семей заработает детская площадка, где малыши обучат плаванию и базовым боксерским навыкам. Дарья Волокжанина, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».